Как хорошо, что у погоды отличное настроение. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Несколько показывает сейчас состав команды хозяев. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, рассчитываем на высокий прессинг? Стартовый состав Пари Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на фланге в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. И наш матч начинается. Мяч к сопернику. Он накручивает соперников одного за другим. И все еще опасно. И счет матча открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Пари Сен-Жермен выше классом своего соперника. И нет ничего удивительного в том, что ПСЖ оказывается. Как хорошо, что у погоды отличное настроение. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Несколько показывает сейчас состав команды хозяев. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, рассчитываем на высокий прессинг? Стартовый состав Пари Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на фланге в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Как хорошо, что у погоды отличное настроение. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Несколько показывает сейчас состав команды хозяев. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, рассчитываем на высокий прессинг? Стартовый состав Пари Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на фланге в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди.